Всем привет! Вы, наверное, помните вот этот грузовичок на одном видео с распаковочки. Если нет, то вставлю ссылочку. Пришло ко мне в тот раз несколько моделей. И вот одна из них. Почему не делал обзор? Не делал обзор на них, потому что на этих грузовиках очень много каналов. Отдельно свет, отдельно коробка, там все, очень много каналов. Вот, и у меня не было, ну, самое главное, не было времени. Вот, а потом уже не было, как бы, очень такой... многоканальная аппаратура. Самое много каналов, это у меня было 6 каналов на аппаратуре вот этой китайской Dumbo R7. Могу тоже ссылочку вставить на распаковочку ее. Вот, в принципе, неплохая, регулировок много. Вот, там 6 каналов. Но сюда бы они особо не подошли. Вот. Еще очень машина тяжелая и слабоваты передние рессоры. Вот, хотел вы, даже если поставить просто, чтобы она ехала, надо поставить немножко по жестче пружины. Вот. И потом уже ехать катать. Так, сейчас я немножечко поставлю его в сторонку, потому что сначала нам надо вскрыть вот эту посылочку, потому что в ней аппаратура, на которой чуть больше 6 каналов. Вот такой кейс для переноски у нее. И вот такая вот аппаратура. Аппаратура со своим аккумулятором. Фирма Spectrum. Модель DX8. И эта аппаратура, так сказать, летного типа. Тримирование. Вот. Флешка зачем-то ставится, не знаю. Такой у меня не было. И не просто не было, а потребности в ней не было. Есть вот такой ремень, чтобы когда катаешь, надо что-то сделать, чтобы было удобно ее бросить, вот, и чем-то заниматься, и ничего тут не нажалось. Вот, в комплекте здесь с ней две антенны, не знаю, какая из них какая. Вот, одна маленькая, другая большая. Большая просто прикручивается, а маленькая как-то должна по-другому крепиться. Но я так понимаю, что мы будем использовать вот эту. Вот. Аппаратура использовалась... это, я так понимаю, усиленная антенна. Это вот штатная поменьше. Но меняется она как-то вот там изнутри. Аппаратура использовалась для квадрокоптера. Вот столько приемников всяких разных. Из них мне понадобится, наверное, только 2. Не знаю точно, буду разбираться. Они какие-то вот все разобранные, какие-то с проводочками, отпаянные, перепаянные. Не знаю. Но вот эти вот 2 приемника нам должны пригодиться. Так, это все я сейчас назад соберу.
приемнички отложу в сторонку, потому что мы эту аппаратуру, я так думаю, что сейчас сразу и будем подключать на него. И в комплекте есть зарядное устройство для аппаратуры. Так, включилась аппаратура, немножко зажужжала, потому что стик газа был приподнят. Так как она для самолета, в основном летного типа, вот, она должна быть газ, стик газа должен быть внизу. Вот, в принципе, включилась, батарейка заряжена. Вот. Все, бока больше ничего не работает, только светится. У меня есть, значит, еще. Вот, тримирование какое-то вышло. Ладно, выключаем. У меня есть еще приемники этой фирмы. Вот, поэтому я и приобрел эту аппаратуру. Что мы имеем? Мы имеем грузовик. Грузовик МАН, я так понимаю, с двойной кабиной. Так, что у нас здесь? У нас здесь немножко апгрейдено шасси. Здесь стоит, я так понимаю, раздаточная коробка. Вот, с возможностью отключения переднего моста. Вот, но это мы все будем по ходу смотреть. Здесь установлен свет. Здесь вроде установлен звук. Сейчас все это вместе с вами мы будем разбирать. Вот так откидывается кабина. И вот такой хаос здесь с проводами. Кнопка включения. Далее здесь запаска, здесь еще какой-то модуль. Вот. Что у нас там внутри? Внутри идет на свет, на поворотнике еще какой-то модуль стоит. А, модуль света с поворотниками, родной Cross RC, уже я с ним сталкивался. А, звуковая система. А, где-то тут... динамик должен быть. Далее у нас здесь еще какие-то боксы. Откуда-то отломились. Вот бензобак. Вот он то ли открутился, то ли сломался. Вот в сторону. Тент за больше под тентом ничего нет. Вот единственное, что вот отломлены какие-то крепежи. А крепежи отломаны от тента, куда тент устанавливается. Вот эти крепежи отломаны, куда тент ставится. Так, ладно, это все в сторону. Получается, это у нас бак и типа ресиверы. И ресиверы, они отломились. Но ничего, мы их установим. Прежде чем разбираться с той аппаратурой, конечно, она для меня будет новая. Вот, надо будет сначала проверить машину. Что значит я сделал? Я, значит, взял приемник от другой аппаратуры. Вот, подключил сюда некоторые каналы. Ну, не все, потому что она трехканальная. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что нам для первого пуска должно хватить. Втыкнул наобум изначально провода. С сервой сразу попал. Вот. С газом нет, со второго раза. Ну, сложностей, в принципе, не было. Там ничего не видно, ничего не написано, но все равно. Так, значит, что у нас здесь есть? Включаем машину. Звук
звуковой модуль работает. Вот. Так как мы никуда не едем, все, машина заглохла. Завелась как бы и заглохла. Далее. Все, включили аппаратуру, машина завелась. Никуда не едем. Ну что-то вот гудит, здесь надо будет проверять, что-то непонятное. А, машина никуда не едет, она заглохла. Серво работает. Поворотники работают. Сейчас должна завестись, газую вперед. Такое. И есть, вывел на третий канал, не знаю, то ли это коробка, ну точнее коробка, но что отключилось, не знаю. А, несколько раз нажимаем. Только зад. Неправильно стоит подключение. Неправильно стоит подключение. Надо будет делать реверс и поменять провода на мотор. Получается, назад работает коробка передач, а вперед нет по звуку. Ну ладно, это не особо принципиально. Вот смотрите, только зад у нас едет. Дальше нажимаем. Нейтралка. Нажимаем. Зад. Нажимаем. Все, все пошли мосты. Ну вот так, надо перекинуть, разобраться. Но, в принципе, для первого теста уже можно ехать. Вот такой получается грузовичок. Отдельно включаются фары еще. Много нюансов. Задние фонари, в принципе, не показал то, что работают. Это примерно выглядит. Машина большая, тяжелая. Хочу немножко покатать в этом конфиге, вот, а потом немножечко, конечно, ее немножко переделать, потому что каждый делает модель под себя. Вот. Что-то я, конечно, оставлю, что-то я, конечно, переделываю. Но на данном этапе у нас получается. Надо разбираться, буду вскрывать, снимать кабину, смотреть всю проводку, все раскладывать, клеить кузов, потому что непонятно, как держится вот тент этот. И уже после этого поедем с вами на полноценные тесты. Вот. Как с ним разберемся, все протестим, посмотрим, что и как. У нас есть еще один тяжеловес, еще одна модель, тоже свет, звук, все в нем есть.
Вот. Будем его еще испытывать. Если вдруг кого-то заинтересовала какая-то техника, в принципе, обращайтесь. Очень много всяких разных запчастей, очень много моделей, что-то из них продается. Вот. Так что смотрите, заходите в группу ВКонтакте, вот, Инстаграм. Ну что, спасибо за просмотр, всем пока.